1 января 2023 года в России должна вступить в силу новая федеральная программа дошкольного образования, предполагающая единое образовательное пространство для детсадовцев. Малышей будут воспитывать одинаково, прививая единые ценности. А подробнее о новой программе расскажет наш корреспондент. Ранее в сентябре парламентарии уже утвердили так называемый «золотой стандарт образования». Он станет обязательным для всех школ России со следующего года. Аналогичный подход решили применить и к дошкольному образованию. Так, согласно документу, детям от 1 до 2 лет нужно привить первичный опыт социального взаимодействия. Например, научить здороваться и благодарить. Детей от 3 до 5 лет предлагается учить заботе о членах семьи, животных и растениях. А детей 6 лет – чувству любви к родине. А как, по мнению тверичан, стоит формировать патриотическое воспитание у молодого поколения, мы спросили у них самих. Это все от родителей зависит. Если у родителей есть патриотизм, значит и дети будут патриотами. А если нет, то никто не привьет, нигде, ни школа, никто, только все в семье. Наверное, дома как-то начинать надо. А в школах, вот в детсадах нужно это? В школах, конечно, нужно. А как, какими методами? Ну, каких-то примеров, наверное, скорее всего. Даже признали историю своей родины. Да надо быть патриотом своей страны, это ну, по умолчанию должно быть. А какие методы нужно применять? Ну, показывать все красоты, типа говорить, что вот это делалось, это больших трудов стоило, это надо ценить, уважать всех, кто делал. Формировать, я думаю, нужно, но каким образом, честно говоря, я пока не представляю. Через мероприятия, которые будут ненавязчиво это делать, чтобы дети сами хотели. По результатам опроса можно смело сказать, что тверичане поддерживают новую программу. Согласно проекту, формирование у детей основы гражданственности и патриотизма необходимо в любом возрасте, даже в раннем. Малышам рассказывать о малой родине, показывать ее на глобусе и карте. Детей постарше знакомить с государственной символикой и учить ее уважать. А уже к 6-7 годам будущие школьники должны уже иметь представление о конституции страны и ее ценностях.